Для проверки маршрута следования вертолета выдвинулась наземная группировка Камчатского спасательного центра. В готовности находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационного спасательного центра. Несколько минут назад были обнаружены обломки вертолета на сопке на высоте 900 метров. Уже найдено 17 тел. Спасатели разбили лагерь для ночевки. Поиски приостановлены до наступления светлого времени суток. Связи вертолет Ми-8, который направлялся по маршруту Волокан-Бочкожец, вертодром в селе Николаевка, на борту которого находилось 22 человека. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.